Театр – это моя духовная жизнь. Тайна, которая принадлежит только мне. Мне кажется, что я живу намного полнее, ярче, чем в реальности. Здесь сильнее чувства, страсти. Здесь все глубже, правдивее и чище. Я очень люблю приходить в театр рано. Часа за 2,5, за 3 до начала спектакля. И пойти на сцену. Я должна вжиться в декорации. Я никогда не пела на сцене театра, до Большого театра. И Борис Годунов был первой оперой. Мне мешало все. Мешал дирижер, который перед носом махал палочкой. Мне мешал 3-метровый или 5-метровый шлейф Марины Мнишек, в котором я боялась запутаться. Мне мешали наклеенные ресницы. Мне мешал приклеенный к носу маленький горбик, через который было мне трудно смотреть. Я все время его замечала, мне он все время мешал. Мне было страшно смотреть в черную дыру, потому что зал со сцены выглядит именно как пасть кита, в которую ты бросаешься. Абсолютно черная дыра. Мне мешало все на первом спектакле. Но ощущение счастья, которое я пронесла через всю жизнь, я помню. Да-да, Шурочка, моя хорошая. Чего так долго не несла костюм? Да вот подгладила немножечко, все. Подгладила. Как настроение у нас? Ничего, как всегда, как нервничаю. Ничего, все будет. Ладно, хорошо. Иди, оставь меня одну и, пожалуйста, скажи, чтобы никто не входил. Хорошо. Скажи, что я сегодня Образцова очень сердитая. Гениальный певец. Это человек от Бога. Человек, через голос которого я вижу театр. Я просто вижу в голосе все, чем он жил. Человеческий голос – это и человеческое сердце. Партия Марины Мнишек. Я так ее люблю, я так по-своему ее слышу, то страшно ревную ко всем другим исполнителям. Это моя партия, и мне кажется, что петь ее надо только так, как я ее пою. Боже!
Я очень боюсь петь. Я очень боюсь выходить на сцену. И чем больше я знаю, чем больше я умею, тем больше я боюсь. Вот, кажется, пришла уже слава. Театры мира приглашают меня на лучшие спектакли, на отдельные постановки. А ведь разве знает кто-нибудь, чего это стоит? Какого громадного, колоссального ежедневного труда? Как нервничают артисты перед выходом на сцену? Иногда кажется, нет, я не выйду, не могу. Страшно. А вдруг нет голоса? А вдруг я не спою так, как задумано? Ну, не могу выйти, не могу. А надо. И выходишь. Но стоит мне выйти на сцену, как страх исчезает. Это страх у Образцовой. А у Амнерис страха нет. У Амнерис любовь. У Марфы страха нет. У Марфы любовь. У Кармен страха нет. Тоже любовь. Когда готовишь партию, ну, предположим, вот Шарлотту в Вертере, самое главное – жить вот в этой жизни, этой эпохой, этой трагедией, этой любовью, этим счастьем. Вот я помню, когда я готовила, ну, не готовила, когда я уже приехала на гастроли в Марсель, первый раз я пела Шарлотту, и у меня был не очень хороший, не очень такой знаменитый тенор, а мне нужно было его полюбить. И я ходила, все время думала о Шарлотте, о ее любви к Вертеру. И в день премьеры, я помню, я пошла гулять
по марсельским улицам, и так задумалась, и так я была вся растревожена эмоционально, как Шарлотта. Я уже не чувствовала себя артисткой, у меня не было уже разделения на артистку и на тот образ, который во мне жил. И забылась я в таких эмоциональных своих всплесках внутренних, чуть не попала под автобус. То есть я уже попала под автобус, уже лежала, но, слава богу, между колесами. И собралась толпа, и я была такая нервная вся. Я помню, что я вернулась домой в каком-то, ну, в потрясенном состоянии, конечно, лежать под автобусом. Ужасно. И я написала тогда в каком-то вот состоянии, таком экстатичном, написала письмо Шарлотте о том, что как я люблю ее и как я хотела бы ей возвратить утраченную ее любовь. Музыка у меня всегда вызывает художественные видения. Я вспоминаю картины, вспоминаю эпоху, книги, которые я читала об этой эпохе. Thank you.
почти вся музыка о любви. И любовь помогает жить на сцене, помогает творить, и это прекрасно. Сцена отнимает все силы, какие только есть во мне. И физические, и духовные. После спектакля я труп. Я совсем мертвая, совсем пустая. Все в душе перегорело и, кажется, никогда не возродится. Ночи после спектаклей всегда бессонные. Идет колоссальный анализ, что сделано, что не сделано, что неправильно, что правильно, что надо сделать, что забыло, что нужно не забыть завтра. Сцена отнимает все. Но только на сцене я черпаю силы для следующего спектакля. Уверенность в том, что я нужна. Уверенность в том, что нужно еще больше, больше, больше работать. Отними от меня этот адский труд, и не нужна мне жизнь, мне кажется. Такое счастливое рабство. Девчонка прощается со своими полями, лесами. Да. Потом волнение. Ты чувствуешь, что что-то снизошло, что-то в тебе пробудилось. Ты не знаешь что. Да? Вот этот кусочек маленький. Досталось мне пасти иное стадо на пажитях убийственной войны. И вдруг пришла сила и осознание этого. Так вышнее назначено. Здесь она. Я уже вижу тебя, предводительницу войск, когда за тобой пойдет народ. Да? Вот это три кусочка маленьких, чтобы в разных настроениях. Ну-ка, вот это достало. Нет, мои стада. Мои стада не буду вам отграды, без пастыря бродить вы суждены. Волнение теперь какое-то. Досталось мне пасти. Тоскуешь, о чем страдаешь? Ничего. Оно тоскует и страдает, тоскует без... Ты идешь на подвиг, на рать, а ты тоскуешь как без милого. Оно тоскует, оно страдает за народ, за то, что ты должна пойти, это томление перед победой. Поняла? Оно тоскует, оно... Тоскует, потому что она видит все, что происходит в мире. Оно тоскует.
Первые мои выступления в опере были очень скованные. Была какая-то неловкость открыть все то, чем переполнена моя душа. И только с приходом самоосознания пришло доверие к публике. Я доверяю публике абсолютно все. Я могу полностью раскрыть себя, полностью себя исчерпать. Это абсолютное ощущение счастья. Всю жизнь я хотела рисовать. И маленькая очень даже хорошо получалось у меня. Маленькая. И потом, видимо, то ли потому, что пение так пересилило, так я и не разродилась. А нигде не занималась? Нет. Нет? И сестра у меня очень хорошо рисует и до сих пор окончила архитектурный институт. Так, по этому поводу. Значит, что-то в роду есть какая-то склонность или нет? А дома картины висели? Да, конечно. Висели? Конечно. Ну вот, значит, любовь родителей к искусству передалась тебе, может быть, я думаю, так. Я знаю, что хочу очень тебя попросить, чтобы ты мне разрешил посидеть однажды на рождении портрета, посмотреть, как, с чего начинается и чем кончается. Самое удивительное в жизни – это рождение. Рождение ребенка, рождение человека, рождение портрета, рождение музыки. Ну, откуда, например, рождается музыка? Откуда? Вот ты мне как-то говорил, что ты читал, что Шаляпин не спал по ночам после спектакля, и его рисовали, да? Да. Вот у меня аналогичный случай. Я никогда не сплю просто после спектакля. То, что может на меня рассчитывать по ночам. Какое-то идет полное опустошение после концерта, особенно если очень удачный какой-то концерт или опера. Но, к счастью, это опустошение, оно быстро заменяется. Опять накопление всяких эмоций, нервных стрессов и так далее. Опять жажда выразить себя, правильно? Правильно. И страшное. Когда я болею от того, что я не могу петь. Гораздо больше, чем от какого-то физического недуга. Это верно. Постоянно чувствуешь себя в долгу, правильно? Как рабство какое-то, да? Как раб. Это рабство, да. Это крест, который уже ты должна нести всю жизнь. Правильно, как и любой человек искусства. У него нет времени на досуг. На богемное настроение, так ведь? Да, я, знаешь, у меня как приходит такая мысль часто, что жизнь проходит... Мимо нас. Мимо нас. Это верно. Все тоже так думают. Но хоть такая мысль приходит, а все равно перевернуть свою жизнь... Я стою у рояля без конца, пою, учу, занимаюсь. Все куда-то ходят в кино, в театры, выезжают за город. Если я за городом, я все равно с бумажкой учу все время, с нотами. И как-то жизнь как будто бы мимо. Это верно. Сашенька, я очень устала. Давай отдохнем. Отдохни. Я забылся. Отдохни. Можно, да? Конечно. Нужно. Даже нужно. Вот я смотрю на эту женщину и вспоминаю, как впервые, когда мне было 25 лет, я решила спеть партию графини в «Пиковой даме». И когда я вышла на сцену, мне казалось, что я старая, что я уже жила этой жизнью и в Версале, и в Сен-Жермене. Я видела перед собой все действующие лица, которые проходили передо мной, как в галерее портреты. Я не чувствовала себя старой, мне хотелось... Я так чувствовала себя старой, что мне хотелось молодиться на сцене. У меня была все время потребность быть моложе. Откуда это? Кто это дает? Что это такое? Вот эта тайна, которую, видимо, и создает искусство.
веселиться толком не умею. Что за манеры, что за тон? И не глядела бы ни танцевать, ни петь не знают, кто дансерки, кто поет. Девчонки, Comtesse de Strade, la duchesse de Brancas, la fille Ida, 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 Sama, Sama. Фантил, принц де Конде, король меня слыхал. Я как теперь все вижу. Thank you.
рождения. С днем рождения. Ей трудно писать, Валя? Писать. Конечно. Скажите, пожалуйста, когда вы... Все. Большое спасибо. Роли Акасты. И Акасту. Ну, сначала я пела только арию и Акасты на конкурсе Чайковского. А потом пела в Ля Скала. Да. А чем интересна эта вам роль? И Акаста? Да. Ну, очень сильная женщина. Уж очень сильно преступления всякие она совершала, да, вот этой своей силой, характером. Даже в отрицании, вот это в отрицательном характере такая сила, которая привлекает всегда. Да. Простите, Елена Васильевна, а последний раз в каком театре вы исполняли эту? Это я исполняла, как говорится, два раза. Первый и последний раз это было в Ля Скала. Ну что, буду гримироваться. Спасибо. Ждем вас. Еще раз поздравляем вас. Здоровья, здоровья. Самое главное, чтобы было здоровье. Творческие успехи. Ждем вас. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам большое. До встречи. Приготовились к съемкам. Внимание. Мотор. Трагедия Софокла. Царь Эдип. В Фивах смятение. Свирепствует чума. Народ умоляет Эдипа спасти город. Эдип, победитель сфинкса. Игрушка в руках безжалостных богов. На него падает тень подозрения в убийстве собственного отца. Разгорается спор между оракулами, который привлекает Иокасту, жену Эдипа. Иокаста успокаивает их, стыдит за то, что они ссорятся, когда на город обрушивается несчастье.
Ленка, давай эти лапти. Подожди, вот здесь кнопочку еще. Ну и хорошенький. Какая правая, какая левая, все равно? Абсолютно. Так. Мальчик мой хорошенький, Витька. Самый наш главный теперь. Смотри, Витька, собака. Смотри, собака. Все, да? Уж дай поиграть-то, Господи, хоть вспомнить молодость, тряхнуть стариной. Сколько уже 20 лет не занималась этим делом. 20 лет. Жизнь прошла и не заметила. Вот, наш какой красуленька. Ой, красуленька мой сладкий. Вот мой сладкий, мой любимый. Тара-та-та, тара-та-та, мы ведем с собой кота. Чижика собаку, кошку забияку. Обезьяну, попугая, вот компания какая. Там мне мама пела. Все же ты помнишь, да? Ну, это, потом уж по рассказам, конечно. Сиротенькую мой. Ленинград, мой дом, мои подружки, мои пластинки, которые я слушала, когда делала уроки. Все соседи всегда меня ругали и рассказывали моей маме, что опять ваша дочь делала уроки под пластинки. Наверное, с этих пластинок, которые привез мой отец из Италии, и началась моя любовь к пению. Слушала я записи Карузо,
Джильге. Знала все оперные арии наизусть. И уже без этой музыки не могла существовать. Как началась эта необыкновенная любовь моя к музыке, не могу даже сказать. Наверное, главное были эти диски. Я скажу, что я как-то очень давно заметила, что она, в общем, как-то вот к музыке относится не так, как все дети. Как-то какая-то у нее особая такая тяга. Ну, все любят петь там дети, как всегда. Но у нее еще и был какой-то такой артистизм в натуре с детства. Она как-то умела что-то изобразить, кого-то передразнить. Что-то было у нее такое, не было. Когда она училась уже, наверное, в 4-5 классе, она и пригласили ее девочки петь в Дворец пионеров. Но мне еще было очень удобно, когда она получала там двоечку или троечку, я говорила, что все, никаких дворцов пионеров, ничего, вот, значит, все кончено. Тогда она сразу же исправляла все отметки и опять отправлялась, значит, заниматься пением. Гости соберутся, и у нее коронный номер был. Ах, это роман, что ли? Да, какой, я забыла. И все, даже все мужчины плакали, вот так она этот роман спела, со слезами, с надрывом. Ну, не забыла сейчас, что она пела. Я забыл тоже название. Встречи, последние встречи, тихо.
День поступления в консерваторию. И не поступать я приехала в консерваторию, а просто спросить, стоит мне когда-нибудь мечтать о пении или нет. Когда я спела один романс, мне сказали спасибо. Я попросила спеть еще один романс. Мне разрешили, я спела еще. Потом, когда уже все улыбались в комиссии, я сказала, а нельзя ли спеть русскую песню? Мне разрешили русскую песню спеть. Я думала, наверное, все-таки не возьмут. Тогда я попросила меня спросить диапазон голоса. Тут уже комиссия вся смеялась. Через несколько часов нам объявили, что взяли меня. И вот когда я села в трамвай, я все время улыбалась. И все я думала, наверное, едут и скажут, вот какая больная девочка несчастная едет в трамвай. А это был самый счастливый день моей юности. Она пришла девочкой. Ей было, наверное, 18 лет только. И даже думали сначала, что это сопрано. А потом в процессе, вот на самом начале работы, выяснилось, что ее голос направляется как мецо-сопрано. Это было ей легко. Занималась она всегда очень аккуратно. Не опаздывала никогда. Никогда. Чтобы что-нибудь не выполнила какого-нибудь задания, такого не было даже. Я не помню такого случая. Безумная заинтересованность. Она вот занята была только работой. Она мне говорит, Антония Андреевна, давайте я буду приходить к 9 утра. Я свеженькая, и вы свеженькая, свеженькая. И она всегда сидела до самого конца всех учеников. Она безумно была способная на все, схватывала все. Стали посылать за границу группу знаменитых наших студентов, которые прекрасно пели. И она входила в эту же группу, те, которых можно было посылать. И туда послали почти всех молодых. И, значит, я была так счастлива. Я говорю, боже, Лена, вы какое счастье, вы в Италию едете. Она говорит, я никуда не поеду. Пускай они едут. Раз вы есть, больше мне никого не нужно. Я поеду туда только петь. Я была потрясена. Как? Мы же всегда для нас Италия. Она говорит, нет, я не пойду. У меня тут есть дома Италия. Помню, как меня принимали в Большой театр. Только что я спела конкурс «Глинки». Павел Герасимович Лисициан был членом жюри. Подошел ко мне и сказал, Леночка, тебе нужно приехать в Большой театр прослушаться. Ну, я решила, что он пошутил, и, конечно, всерьез его заявление не приняла. Потом пришли несколько телеграмм с просьбой ответить, какой репертуар у меня есть. А не было у меня никакого репертуара. Но сказала, что могу спеть «Амнерис», «Царскую невесту Любашу». Приехала я худенькая, уставшая, вышла на сцену Большого театра, и ахнула. Думаю, ну все. Сердце билось в горле. Вышел вдруг на сцену Зураб Иванович Анджапаридзе, который мне помогал в сцене судилища из «Аиды». Ну, тут совсем у меня уже было обморочное состояние. Он был такой важный, толстый. Начали петь. И через минуту забыла все. Стоял передо мной красавец Радамес, которого любила я всей своей душою. И забыла я, что это прослушивание в Большой театр, что передо мной корифеи нашей. И помню, только пришла в себя, когда Зураб Иванович мне в ухо шептал, «Не смотри на меня, смотри в зал, а то будет ничего не слышно». Thank you.
dir mi sento. Oh.
откуда приходят творческие силы? А из жизни, из природы, с неба, с дивными облаками, с черными тучами, с дождя, из грома, с нежного цветка, который пробивается сквозь снег и проталины. Все, что я видела в жизни, все, что я ощутила, все живет во мне. Странно, что каждый раз, когда я бываю в этом доме, душу обуревает какая-то щемящая тоска, какой-то трепет перед хозяином дома, перед Петром Ильичом Чайковским, нашим великим гением, душой русского народа. И я сегодня хочу спеть один из самых трагических его романсов. Снова, как прежде, один. Давай, Важ Николаевич, споем с тобой этот романс. Конечно, самое интересное – петь образ, который ты не можешь еще схватить, который еще не кончен, который еще рождается сиюминутно. Так же, как вообще сиюминутные эмоции, мне кажется, всегда гораздо сильнее, чем предполагаемые. Но ведь это возможно только когда вы вперед. Уже и музыкально, и технически абсолютно. Все овладели, тогда вы можете уже… Когда тебе уже техника не мешает, когда ты можешь свободно творить, тогда ты отключаешься от техники, ты уже… Мастер своего дела. Тогда начинается мастерство. А уже вдохновение приходит тогда, когда ты при этом мастерстве абсолютно здоров, знаешь, что ты хочешь сказать людям, чувствуешь себя прекрасно, вокруг тебя замечательные партнеры, прекрасный дирижер и оркестр.
Вот тогда еще иногда не сходит вдохновение. Мечта, да? Да. Но это так бывает редко. Я пропела 25 лет на сцене театра, театров, так бы сказала. И вдохновение приходило, даже не побоюсь сказать, раза 4-5 максимум. Mm-hmm. Бывают такие оперы, такие образы, ну никак, не мое. Тогда очень-очень долго происходит этот момент вживания в образ. А вот Далила, это моя партия, например. Мне не нужно было ни ходить, ни смотреть картины, ни читать об этом. Я почувствовала сразу, я вошла в музыку, и я почувствовала вот эту жрицу любви, эту красивую женщину, которая и любит, и которая мстит. Thank you.
Класс профессора Елены Васильевны Образцовой. Римский Корсаков. Ария Любавы из оперы Садко. Когда я была студенткой, как мне было страшно, как я любила петь, как мне хотелось быть артисткой. Мне все говорили, что ничего из меня не получится, но вот эта внутренняя вера заставляла меня идти вперед. Про себя я всегда думала, нет, я обязательно должна быть артисткой, я так чувствую много, так во мне много живет в душе моей. Я уже профессор консерватории, мне уже пора скоро на пенсию, и так горько, и так сладко. Ooh.
Так сложилась счастливая моя судьба, что меня никто никогда не заставлял петь то, чего я не принимала душой. Я всегда пою то, что люблю. Я полностью растворяюсь в музыке, которая меня захватывает. Я чувствую себя легко, свободно, как птица. Я вся ей покоряюсь, я вся ей отдаюсь. Трагичнее и возвышеннее, чем музыка Хованщины, для меня, пожалуй, нет. Когда пою Марфу, мне кажется, душа моя истаивает от счастья. Происходит какое-то отпущение грехов. Ни в одной опере, даже все, которые я очень люблю, нет такого таяния чувств. Образ Марфы меняется без конца. Сначала перед взором моим стояла картина Сурикова, боярыня Морозова с ее безумным лицом, ее фанатизмом, двуперстием. Исполнение Надежды Андреевны Обуховой и Софьи Петровны Преображенской формировали во мне другую Марфу. Нежную, любящую, страстную. Через женскую любовь она приходит к любви жертвенной. И даже не побоюсь сказать, что Марфа моя очень близка к юродивому в Борисе Годунове. Ooh.
музыкальные образы. Я их вижу. Они все у меня живые. Я думаю, что больше половины жизни моей я уже прожила, что очень печально, как факт. Очень много ездила по свету, очень много видела. И всегда душой своей тянулась домой. Глядя на ширь, на эту необъятную, на Божью благодать, рождается в душе необыкновенные сильные чувства. Дух воспаряется над всем, и когда не хватает слов выразить восторг души своей, начинается музыка, которой я служу всю свою жизнь.